Есть! Есть оно! Ой, ну сложная гонка, очень мокрая. Давно так не ездили. Наверное, вообще еще ни одной гонки мокрой не было в моей жизни. Опыта достаточно мало было на таком скользком покрытии. Там, ну, очень непонятно было. Местами-то машина держалась достаточно хорошо, уверенно. Местами она как линия скользила. Ну, очень сложная гонка была, но старались ехать аккуратненько. Да, ну то есть больших каких-то ожиданий не было. То есть была одна конкретная задача, и то так, когда начинали сегодняшний день, еще думали, получится или нет, а под конец все случилось. Ну да, конкурент нам дал фору немножко, сломал немножко автомобиль свой, но мы его опередили, и осталось только на Power Stage выиграть. Ну это сделали с уверенностью, да, и еще и третий финишировали. Да, так, ну, мероприятие очень интересное, великолепное. Спасибо Сарама, как обычно, супер гонка. Жалко, что солнца не было очень мало на этом году. А так все хорошо. Спасибо команде. Огромная машина была подготовлена хорошо. При том, что мы немножко уже ее пристроили на тренировке, все равно все хорошо ребята сделали. Молодцы, супер. Доехали, да, супер. Вторые в классе. В чемпионате. Фланги первые, вторые мы, третий вилла. Это как бы наша задача была, в принципе, мы ее и успешно выполнили. Непростой сезон, первая половина как-то попроще, вторая там были вот эти гонки в Южной Эстонии как бы посложнее. Вот, учиться, ну, надо еще. Да, учиться. Сарама. Ну, Сарама просто такая, она отчетная гонка, это пятая моя гонка, была когда-то первой. Вот, я очень рад, что мы смогли здесь подняться на подиум, и в мой маленький юбилей, и в их большой юбилей, и вообще, очень круто. Я тоже очень рад, что до финиша доехали, и достаточно высоко.